кого была любовь с первого взгляда, ребят, колитесь. Не. У всех, да? Наверное, я не помню просто. У меня была, да. Она это увидит просто. Я не думала о нем как о будущем молодом человеке. Я лично сразу свадьбу представила. Сразу похожу платье. Любая девушка. Да, я примерила его фамилию, мне она очень понравилась. Да, мой кинул в меня носком. На первой встрече. Вот, так что... Первый раз, когда я ее увидел, знаете, она ползала по земле с другой девушкой под веревками. Школа актива. Это была школа актива, да. Нет, мы познакомились на школе актива, и я просто в 7 утра мы встаем, там играет музыка, каких-то два сумасшедших парня скачут на улице. Я думаю, вот что за ненормальный человек? У меня тоже было такое же, что за ненормальный человек? Я, короче, 2 раза ей отказал в танце. В медленном. Ты злодей. Вообще жизнь. Меня игнорили 2 года. Мне нравился человек, а меня просто реально отшивали. А сейчас, когда я перестала думать о человеке, теперь проснулись чувства, ну, как обычно бывает у любого человека, да. Я еще отмазку такую придумал, говорю, блин, мне там надо, короче, с кем-то поговорить. И я ушел! И просто... Ну, знаете, в чем еще была суть? Сейчас меня просто все будут просто ненавидеть. Я пригласил другую. Это была жесть, да. Сначала долго общались, дружили, потом как-то так бац и чувства. Мы долго общались, дружили, потом как-то бац и чуть-чуть. Это было на весеннем балу. Ну, наша первая репетиция. Вот это было как бы нашим первым свиданием. А я с первого дня начал танцевать с ней, потому что мы репетировали весенний бал. Парень-то молодец. У нас тоже не было первого свидания. Он просто приходил ко мне поесть. Да, я тоже думаю, каждый раз в общаге кормить. Да, тогда я еще готовила, но он не знал, что ждет его впереди. Но она хорошо выглядела, хорошо пахла. Мы просто вышли, например, погулять, да. И он подарил мне сразу такую кружечку, сказал, что я хранила эту кружечку для этой, а для одной единственной, и подарил мне ее на это. Ты веришь в это? Не знаю. Я ей, короче, взял 2-метровую медведя. И все, я себя просто на год освободил от подарков. У меня есть такой, я тоже дарил. Год назад был. Я думаю, а это грустно, ребят, на самом деле. Вот, реально, я сейчас понял, что не было первого свидания. Не было вот этого ощущения, когда она стоит с ключами от комнаты общаги, и ты такой в тапочках, и поцеловать ее, не поцеловать. Не было такого. Допустим, мне кажется, я стал более терпим. Потому что после того, что я с ней пережил, как бы вот... Разве это проблема? Вот. А я ей дал, не знаю... Тебя. Ты очень щедрый. Да. Я была такой прям баба-огонь, такой жесткой. Я не скажу, что очень добрый, но познакомившись с Айратом и со всей ее семьей, я поняла, что эти люди, они вообще не злятся на кого-либо, они не думают о какой-то злобе, огорчениях. Они просто очень добрые. И чему научил меня Айрат, это быть добрым. Быть добрым человеком и быть снисходительным к миру. Я вот дал ей фамилию. Да, свою. Как бы приподнялся. И ну, научил ее больше быть спокойной. Еще больше спокойной, чем сейчас я. Вот, очень спокойной. Но она не научилась пока что полностью. Быть спокойной. Очень спокойной. Очень-очень. Вот. А она мне... хочет детей подарить. Но я пока как-то не хочу. Ну, просто пока рано вот. Очень рано. Ты как скажешь, просто вообще. Просто я ему лучше. Он готовит, а я обычно сижу рядом. Боже, счастливая женщина. Вот тебе бы повезло. Мой готовит воду в стакане. У меня только по-флотски. А у меня только когда настроение есть. Бутерброд. Все больше, чем вода в стакане. Божественная, вот, да. Я научил ее готовить яичницу, самую крутую в мире, реально. Вот это да. Никто такие яичницы не готовит. Это стимул такой, да. Но надо что-то поинтереснее приготовить. Вот да, то, да, то, да, то. Да. Гречек с мясом уже не катится, надо что-то поинтереснее. Зато вот слышишь вот эти возгласы от вкусной выпечки. Боже, это божественно, прекрасно. Думаешь, зря? Я думаю, что по-любому врет. Но потом наступает день, когда он начинает толстеть. Да, да, да. И ты больше не готовишь ему. Тебе нужно еще думать еще об одном человеке. То есть ты же как бы парень, ты же мужик. Должен за двоих думать, по сути. Ты вроде сидишь просто и задумываешься, если она где-то, задумываешься, а вот все ли нормально.
А вот доехали, да, банально и так далее. То есть уже еще один человек появился, о котором ты... А раньше у меня такого не было, вроде как ты сидишь себе и думаешь, мам дома, там, папа дома, все, я дома, все нормально. Сессия, плохо, начинаются слезы, и тут держись, крепись, все нормально будет, не переживай, это не самое главное в жизни. Самое главное в жизни совсем другое, там развитие, и учеба не так много несет. И все, поддержка – это очень самое важное. Да. Ну и сладости по вечерам. И чай. Синнабон ты там мне приносит. И когда болеешь, приходит. У меня есть такое, да, например, сейчас идет сессия, и я смотрю с ним фильмы вместо того, чтобы, например, заниматься уроками, там, учить. Было, как, может быть, какие-то такие моменты, что пропустить какую-то пару, лишь бы побыть вместе, но это все оставалось на таком уровне, на каком-то разумном. Я сказала, мне надо делать презентацию, и человек всю ночь делал мою презентацию. Я вообще считаю, что университет вообще никак не может пострадать от этого, ну, реально. Ну, если бы я пропустил пары, да я и с ней, и без нее бы пропустил. Да, мы можем там ссориться до 5 утра, и я там просплю пары. А я могу в доту играть до 5 утра и проспать пары. Ну, как бы это не зависит от того, от отношений или нет. Ну, наоборот, у меня такого там вместе шпоры резали, сидели, все нормально. Мне кажется, наоборот, я влияю на него плохо. У него доп-сессии за активную там студенческой жизни. Я думаю, может быть, это я виновата, может быть, я лезу там. Ну, давай посмотрим что-нибудь там. И он не учится, вообще не учится. И мне кажется, я виню себя в этом. Вот она только золотую сессию закрыла, она столько учила и так далее. Я вообще полная противоположность. Мне уже не хочется, уже расхлябано. Если он захочет, он будет нормально учиться. Вот так. Ну да, скорее всего. Нет, серьезно, она меня очень толкает к учебе. Она прям говорит, ты должен заниматься, занимайся. А я не хочу. Там, ну для университета же хорошо это. Ну да, я хочу сказать, что в данном случае мы, наоборот, дополняем друг друга. Я ее отвлекаю от учебы, а она меня привлекает к учебе. И вот как-то вот это вот у нас баланс работает. Я на допке, она золотые сессии закрывает. В сумме два стандартных студента получается. В сумме, вот серьезно, просто стандартный студент. Я вот лично боюсь, что в какой-то момент я не смогу поддержать его идею. Есть страх, что я не успею реализовать какие-то свои желания до вот именно момента, может, ребенка. Ну, не то чтобы страх, но они нуждаются в поддержке. Да. Действительно, они хотят прям, вот ты вот не веришь в меня, поэтому ничего не получается. Да, ну, да, вообще, конечно, не сам он. Да банальные страхи есть, потерять человека. Вы не замечали, что вы начинаете звонить там, если она просто не ВКонтакте, не онлайн? Ну, реально, все сразу, ты что, где, почему не отвечаешь? Ну, на работе как, все хорошо, все получается. То есть я пытаюсь его поддержать, но реально боюсь, что чего-то не пойму. И, ну, также страх, что человек потеряет интерес к тебе. Вдруг, ну, всякое бывает, и реально страшно. Вот страх потеряться эмоционально. Физически-то некоторые люди за 1000 километров общаются словно. Ей, конечно, со мной очень повезло. Ну, мне с ней тоже, конечно. Оба, конечно. Ей больше. Фартовые. Но почему видно, что ей больше? Фартанул, да. Ну, мне с ней повезло, потому что... Ну, я такой, на самом деле, не ленивый. А она движовая такая, она меня все время толкает. Давай, что-то делать, короче, там этот ремонт. Я ее ненавижу за это, но она меня толкает, она меня как бы движет вперед. Вот за это я ее люблю. Не может вести одному человеку. Это абсолютно так должно быть взаимно. Да. Либо всем повезло, либо никому не повезло. Либо никому не повезло. Просто. Если уж конкретно быть честным, то мне с ней, конечно, повезло. Но я очень мало встречал таких людей, которые отдают тебе все за то, что ты просто ты. Просто даже если бы я ничего не делал, она была бы такой же. Это очень-очень круто. Я считаю. Идешь домой, что же приготовить? Да. Чем же удивить? Интересно, о чем думает он? Во что мы поиграть? Да. Новая игра, все. У меня такое мнение, вот мое сугубо личное, что в семье, ну вот у меня семья, что там нет такого понятия, как мужское и женское. То есть все нужно делать как-то вместе, сообща и вот. Никита прибавил во мне женственность. Мне захотелось больше за собой ухаживать, покупать себе платьев и так далее. Она никогда мне не говорит, что что-то плохо. И я считаю, это тоже одна из, скажем так, таких подбадривающих штук действия, не знаю.
То есть, сказав хорошо, она же уверенность вселяет. Да. Мне очень не нравится такая вот позиция девушек. Ну, можно забросить тебя, можно не уплетать волосы, не носить пушак, я не знаю, ноги. Там, ножки, не знаю, не одевать наоборот кольте. Мне кажется, больше, нужно больше стараться это делать не только и дома, но также и на выходе с молодым человеком, да, с мужем. Чтобы молодой человек гордится, вот это моя идея. Да. Он, конечно, не гордится, но более. Ну, я даже то, что сама себя гордишься. Меня радует. Она может пытаться не принимать решения. Как бы. Тут главное выслушать, и если совет хороший, то его принять. Да. Если нет, то как бы выразить свою точку зрения и совместными усилиями прийти к правильному решению. К моему. Нет, шучу, что-то. Но ссориться тоже нужно уметь. Это все, вот в смысле надо уметь мириться. Уметь мириться, да, я согласен. Цветы и все. Банально. Не нужно приучивать к цветам. Да. То, что типа накосячил цветы, вот она же будет ждать. А нужно неожиданно просто. И что ты, вот что на? Двухметровый. Двухметровый. А внутри в нем лаки. Куча лаки. Не, знаете, двухметровый медведь каждый раз это. Я хочу ссориться, я конфликтная женщина, он мне не дает. Да, я тоже. Как бы нужно выпустить пар, он мне не дает, поэтому мужчина умирает от инфарктов. Я считаю, ребята, что ссоры на самом деле возникают из-за недоверия, в первую очередь. Нет, ты говоришь, это просто первачка, я просто у нее куратор, ничего нет, но она не верит. Ну, даже девушки поныть, там, вот я устала, там. И человек уже, видимо, часто это слышал, и Руслан кинул флешку в стену, и так было страшно, мне я такая испугалась, думаю, слава богу, не меня. Вы берете фри. Наверное. Спрашиваете, ты будешь? Нет, мне только сок. Садишься, ешь свой бигтейсти, и потом берешь картошку, а оказывается, что у нее уже во рту штуки 2-3. Вот здесь вот доверие. В нужный момент они просто говорят: надо успокоиться, нам нужно разойтись. Ну, пока перерыв. Именно во время ссоры, не в отношении. Да, все, потом поговорим. Да, потом поговорим, потом ты успокоишься. У нас не возникает ссоры. Вот, почти что. Да быть такого не может. Если вы не ссоритесь, то значит, она все в себе держит. И что-то не то. Это как раз у нас просто, наверное, есть доверие. Вот когда просто доверяешь, то меньше ссор. Я вот злая, киплю вообще полностью злостью. Он мне говорит: ну давай вот поговорим нормально. У нас наоборот. Наоборот, это бесит. Да, меня бесит. Я хочу выплеснуть свой какой-то негатив. Еще, кстати, вот, да, всем совет. Никогда не решайте свои проблемы через контакт. Это вообще. Девушки мыслят вообще по-другому. Они могут ставить вопросительный знак, но имея в виду восклицательный. Писать хорошо, но это плохо. Все надо говорить вслух, переспрашивать у нее 10 раз. Я знаю, через WhatsApp. Что ты там сказал? Ну вот что, хотя бы так, ну реально. Контакт — это не то. Если вы общаетесь, то нужно больше его вообще. Тем более, такой важный период, как ссор. Мне кажется, дружба реально круче начинает. То есть вы такие притерлись друг к другу такие, пам-пам-пам, все-таки понимаете, где слабые места, где сильные, где нельзя, где можно, и все, и потом оп. У меня началось все с дружбы, да. Именно с дружбы. Это 2 года дружбы, просто общения какого-то там, может быть, флирта, но вот все перерастает. Но мне кажется, дружба несет очень большое вот именно значение в отношениях и в дальнейшем. Ну, согласись, если, например, любовь с первого взгляда, да, вот у кого-то же здесь была такая, вот увидели и все, вот у тебя на балу. Ну да, что да. У вас все-таки, ну как она думает, это чистая любовь, же, ну, он не должен прикалываться надо мной. А я вот могу и сказать там: Ленка, или скажем, вот прям так? Тогда говорит белобрысая, а блондинка. Вот юмор смешной, если он на грани, да, как бы. А ты же бывает так подколешь, что может у нее настроение не то и так далее, и она может оскорбиться прям. Ну да, тогда ты извиняешься. Потом ты подходишь и бьешь так по сушке. Да ладно, что ты? Вот это друг. Вот это реально друг в отношениях. Если да, если она заулыбалась, то дружба у вас есть. Мне вот хватает. Да. Есть Айрат, и это он заменяет, как будто вот так же можно смеяться и что-то. Да, то есть можно так же абсолютно побесить его всяким бельем женским, там, ковчиком, ковчиками. Но, да, это друг, это друг. Может, если ты знаком с человеком долго, там, условно, 2 года ты его знаешь, ты уже о нем, тот факт, который ты, условно, ожидал, ну, какой-то, ты его уже увидел за эти 2 года,
А когда ты только познакомился с человеком, шанс напороться на что-то не очень хорошее гораздо выше. Хорошо. Консультация. Ну, я хорошо, что я не вижу ее каждый день и не верю. Мы учимся в одном здании, но я не вижу каждый день. Она будет видеть это видео. У меня из ДУ, в УСИ, я ее незаконно провел туда, и меня выгнали. Поселили в старое общежитие. Там много плюсов. Я на 2 года старше, и мы учимся как бы на одном направлении. Тоже говорю, вот этот препод такой, здесь вот так лучше, здесь так списывай, здесь так учись. Ну, нет. Так получилось, что мы учимся на одном направлении, только он на 2 класса старше меня. И он мне очень помогает по учебе и морально. КФУ невероятно как-то, какая-то странная атмосфера в КФУ. Реально, там своей энергии есть, разбежай. Университет, он помогает тем, что вы растете вместе, развиваетесь, грубо говоря. Что вы в университете можете найти и свои увлечения и привлечь ее туда. И наоборот, как бы она может вас к чему-то привлечь, научить чему-то новому. Чему, к чему вас ваша девушка, вот, как ты сказал, научила или вы начали увлекаться и так далее? Тверкать. Я научился. Я научился. Тверкать. Тверкать. Танцевать. Странно, то вот, мне кажется, к разным мужчинам можно испытывать абсолютно разные чувства, абсолютно разную любовь, но именно после свадьбы я поняла, что нет, вот Арат именно тот человек, и я очень хочу верить, что это навсегда. Загадывать оно не получится. Да, потому что никогда не знаешь, оправдает ли человек твоих ожиданий. Я думаю, что лет на 70 где-то точно. 70? Да, там потом, если что, разбежимся, посмотрим, может, кого найдем. Ну, навряд ли, 75, наверное. У нас, я могу с уверенностью сказать, что я готова выйти за него замуж хоть завтра. Только что не зовет. Давай, классика. У тебя наверняка возникает мысль, что это как бы надолго. Если бы не надолго, то зачем вообще сейчас встречаться? Уже само то чувство, когда ты видишь человека, то, что ты хочешь создать с ним свою судьбу, свою жизнь, это вдохновляет вообще на покорение всех высот, всех своих целей. И это вот самое важное, наверное. Видеть в человеке будущее. Дальнейшее, да, и будущее. Нет такого, что ты задумываешься, что прям навсегда. А просто вот вы делаете, чтобы это было навсегда, и все. Навсегда то, что этот человек был в твоей жизни, я считаю. Вот это навсегда. Ты все равно поменялся с ним, все равно какую-то часть твоей жизни он забрал. Будет ли именно это в отношениях в семье навсегда? Не знаю, но уже что-то поменялось в любом случае. И я только рад этому.